Ребятки, ну что, у нас на данный момент парад пилотов. Жара неистовая. Единственное, что спасает, это клубничный мохито. Без очередей. Заходи в гости. Автомобиль все меньше и меньше. Хорошо, что вы сокращаете количество машин, а не девчонок. Карель Рейсинг, дамы и господа. Парад пилотов. Вчера Мишка с Чарльзом, моя красотка. Пацаны здесь все за сотку будут бороться. Короче, все на местах, все хорошо. Ну и вам спасибо. Вы все здесь. Но сейчас попозже будет, конечно, жарко. Спасибо, скажи. Так, ну что ты, автограф пишем? Договорились. А какой имя красивый? Ничего себе. Ой, ты молодец. В школе учишься? В садике? 54-й день. Быстрая троечка сегодня. С 5 вы где-то 5, 25, 30 бегу. А завтра будет уже видос с третьего этапа РДС. Он будет интересный. Ну что ж сказать по поводу этапа. Он прошел. И прошел достаточно неплохо. Несмотря на проигрыш в топ-16 Жене Лосеву, получилось показать достойную езду. И знаете, что приятно? Что многие из вас просто ждали, верили, и по окончанию заездов приходили и говорили: Федя, спасибо. Спасибо за дрифт, спасибо за эмоции. И это дорогого стоит. Я, в свою очередь, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что ждали. Я думаю, что вот этот опыт
который мы все-таки, к которому мы неминуемо пришли, он в дальнейшем будет нам сильно помогать. Спасибо. 2, 1, 2.